во рту сушняк и на душе тоскливо. Где были мы вчера, сегодня нас не ждут. А вспомнить начиналось все красиво. Вчера зашли на хату мы с дружком. Музон играет, стол накрыт, а возле девчоночки сидят, с улыбкой глядят. Все хорошо, но что же было после? А после мы налили по 50, затем по 100 и позже повторили. Затем пошел классический развод. За жизнь и за любовь, что очень актуально. Еще по 100 и перешли на секс. Девчонки тем просекли реально. Хозяйка чернобровая сказала мне молча и в спальню за собою потянула. Шибануло. А дальше было